В Армении организуются курсы ускоренной подготовки для наемников, привлеченных к боевым действиям в Нагорном Карабахе. Как передает Кавказ-Инфо со ссылкой на BigAsia.ru, эти лица прибыли из Западной Европы, и среди них есть женщины. Одна из них – Кнарик Караминасян. Сначала мне было сложно, и даже начали сниться кошмары. Но со временем ко всему новому привыкаешь. Телеканал «Франс 24» в репортаже, посвященном Нагорному Карабаху, открыто показал, что ряд граждан Франции армянского происхождения принимают участие в боевых действиях. 28-летний Сипан Мураден заявил в интервью телеканалу, что приехал в Армению сразу же после начала войны и уже участвует в боях. Как недавно сообщила и французская газета «Либерсион», 64-летний французский гражданин армянского происхождения, член террористической организации «Асала» Жильбер Минасян находится в Карабахе. Вместе с собой он привез из Франции наемников для участия в боевых действиях. Несколько дней назад известная немецкая газета «Der Freitag» опубликовала статью «Наемники РКК», в которой говорилось, что с армянской стороны в боевых действиях участвует множество боевиков этой организации.